осенью, когда собираешь бурьян, то вот можно что найти. Это тля. Вот она на листочках. Сейчас я поставлю вот этот букетик, и в первую очередь птицы выедят тлю. Вот у нас еще есть молочно-спелые всяческие растения. Хотя очень холодно, и ноябрь уже. Вот такое угощение птичкам. Сейчас все пойдут есть. Вот зяблик, видите? Зяблик точно ест тлю. Обычно еще овсянки подключаются, и щегол очень любит тлю. Вот сейчас овсяночка разберется, что у нас здесь есть, и будет просто раздвигать все, искать ее. А дубонос любит оторвать здоровенный кусок, сесть где-нибудь и кушать его. Вот сейчас откусит шмат побольше и улетит. Вот, взял.
Но это он маленький взял, обычно он побольше берет. И куда-нибудь идет есть. Вот ложит его. И потом ест. Вот овсяночка пришла. Сейчас пойдет в самую глубину и будет искать лютом. Ну, пищит. Пищит, это значит нашла. Когда овсянка находит что-то вкусненькое, она пищит. Вот, слышите такой звук? Вот видите, как они с удовольствием все накинулись. А сейчас я покажу, что у них в кормушках. А вот кормушки. И семечко. И что тут только нет. И чижатник. Все есть. А они, он, все сидят на свеженьком.